Всем привет, меня зовут Евгений Киселев, и вы смотрите мой YouTube-канал, и вы видите, что в гостях у меня очередной собеседник. Это Игорь Яковенко, известный публицист, журналист, общественный деятель в прошлом и депутат Государственной Думы России, и руководитель тогда еще независимого Российского Союза журналистов, ныне политэмигрант. Здравствуйте, Игорь Александрович. Евгений Александрович, рад вас видеть. Здравствуйте. Ну, не знаю, с чего и начать сегодня. Наверное, надо поговорить о нескольких вещах. Законы Ютьюба диктуют, что начинать надо все-таки с самого актуального. Самое актуальное сейчас это обстрелы Одессы, это продолжающийся конфликт вокруг зерновой, так называемой, сделки, о выходе из которой объявила Россия, и угроза России, ну, фактически, объявить Украине морскую блокаду. Я напомню, что вчера Министерство обороны России объявило фактически ультиматум, что все суда, которые будут идти в направлении морских портов Украины, будут рассматриваться как военные корабли со всеми вытекающими последствиями. Что дальше? Попытки Путина все-таки продемонстрировать, кто в доме хозяин, они были очевидны, потому что, в общем, последние месяцы Путин терпел унижение и, в общем, достаточно серьезные пощечины с разных сторон. Более полугода он терпел всевозможные оплеухи и плевки в лицо со стороны собственного повара Пригожина, и до сих пор эта история не закончена. То есть то, что сейчас происходит, это действительно вопиющее унижение Путина, когда после вот этого знаменитого пригожинского мятежа Пригожин оказался не только на свободе, но сейчас создает, как он утверждает, вторую армию мира в Украине. Путин со своей стороны пытается создать вторую армию мира внутри России, перегоняя все силы, и бронетехнику, и живую силу в состав внутренней армии, которая называется Росгвардия, под руководством верного ему, ну, видимо, верного ему Золотова. Я не буду перечислять все те унижения, которые Путин потерпел внутри России и за ее пределами, ну, в том числе от Эрдогана. Так вот, сейчас он пытается каким-то образом доказать, что, в общем-то, он, так сказать, в этом самом, на своем дворе не самый последний хулиган, не самый последний урка. Значит, заявил фактически о приватизации Черного моря, заявив, что все военные суда будут рассматриваться как вражеские цели. Вышел из... Не военные, простите, любые суда. Да, виноват, да, если, это я оговорился. Это если важно. Если даже будет идти торговый корабль, может быть, по версии Российского министерства обороны, подвергнут вооруженному нападению. Совершенно верно, потому что формулировки Минобороны – это суда, которые могут везти какие-то военные грузы в Украину. Или из Украины. То есть, короче говоря, Путин объявляет Черное море своим внутренним озером. По этому поводу уже выступил руководитель, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Естественно, по этому поводу выступил президент Украины Зеленский. Поскольку все это сопровождается еще и беспримерными ударами по Одессе и Николаеву, ну, прежде всего, инфраструктура, вот зерновые порты Одессы, это, в общем, явная попытка сорвать зерновую сделку. Ну, помимо всего прочего, это еще удары по гражданским, по мирным кварталам и по мирным жителям Одессы и Николаева. Значит, пока молчит Эрдоган. Ну, то есть, как молчит? В общем, пока не было заявления от него, но Эрдоган обладает такой особенностью, он, в общем-то, не молчит, он, как правило, делает. Значит, дальнейшее развитие событий, в общем-то,
оно возможно по двум сценариям. Я не думаю, что вот так вот это все Путину сойдет. Во-первых, Украина на сегодняшний момент уже не та страна, которая готова терпеть подобного рода выходки. Значит, и я думаю, что все-таки и для Эрдогана эта сделка очень важна, потому что Эрдоган воспринимает эту сделку как возможность создать крупнейший зерновой хаб и тем самым очень серьезно распространить свое влияние на африканские страны, да и на Европу и так далее. То есть на самом деле это очень серьезный проект для Эрдогана, и я думаю, что он, скорее всего, предпримет какие-то ответные действия. И на сегодняшний момент, ну, пожалуй, что так получается, что Эрдоган – это единственный международный субъект, ну, кроме Украины, который готов противостоять Путину фактически в одиночку и противостоять ему силовым путем. Он это неоднократно доказывал, и он бил Путина, ну, имеется в виду Россию путинскую, и в Сирии, и, извините, на Кавказе, где он взял сторону Азербайджана, а Путин, по идее, должен был поддерживать в соответствии с договором, прямым договором, должен был поддерживать Армению. Но когда Эрдоган встал на сторону Азербайджана, открыто заявив о том, что это фактически одна страна, и армия, турецкая армия напрямую поддержала азербайджанскую, Путин испугался поддержать армянскую армию. Просто испугался. И конфликт не встрял. В результате, ну, не только поэтому, но в том числе и поэтому, Армения потерпела там сокрушительное поражение. То есть Эрдоган неоднократно доказывал, что он, в общем, в состоянии противостоять Путину силовым путем. И у меня есть предположение, что и в этот раз он не откажется от какой-то возможности ответить на этот вызов Путину, потому что Эрдоган действительно, ну, явно не согласится с тем, чтобы считать Черное море внутренним озером России. Он контролирует проливы, и на самом деле у него явно есть больше оснований считать себя хозяином Черного моря. Поэтому я предполагаю, что есть возможность серьезного ответа со стороны Эрдогана, а именно предложение Украине, ну, что называется, заключить зерновую сделку на троих. Организация Объединенных Наций, Украина и Турция. Участие Путина здесь может быть просто проигнорировано. Но если он решится наносить удары по судам, которые сопровождают турецкий конвой, ну что ж, это будет означать, что исчезнет еще один флот в Мировом океане. Это Черноморский флот России. Я думаю, что его просто не будет. Но это еще не все. Дело в том, что значительная часть зерновой сделки рассчитана на Китай. И поэтому вот этот вот важный стратегический союзник путинской России, Китай может тоже, в общем, воспринять это как недружественный жест. Так что у Путина впереди много-много любопытного и много интересного. Я думаю, что зерновая сделка состоится, но без путинской России. Ну, а если Путин все-таки, ну, допустим, какой будет сценарий, если Путин все-таки, предположим, нанесет удар по одному из торговых судов, которые направляются в тот или иной украинский порт? Если угроза, с которой выступило Министерство обороны России, будет претворена в жизнь, как будут дальше, на ваш взгляд, как могут дальше развиваться события? Ну, я не думаю, что какой-нибудь после этой угрозы какое-нибудь судно, потому что, скорее всего, это будет. Тут еще, конечно, ключевой один из важных вопросов: какая торговая компания согласится вот на такие риски, связанные, в том числе связанные со страхованием. Тут, конечно, все не так просто, как я сейчас только что сказал. Здесь есть целый ряд превходящих обстоятельств. Это вопрос о том, какая компания согласится на эти риски и согласится стать тестом на вменяемость Путина, какая страховая компания согласится застраховать этот сухогруз. То есть много вопросов, но тем не менее, возможно, эти вопросы решаемы. Но вот в том случае, то, как вы сказали, вот вы построили такой мысленный эксперимент, а если все-таки все это случится, и если Путин ударит, многое будет зависеть от того, кто будет конвоировать эти суда.
И если эти суда будут конвоировать турецкие военные, военные корабли, то я полагаю, что это будет Эрдоганом вполне справедливо расценено как удар по Турции. Потому что любой военный корабль является территорией государства, которое воспринимается как удар по территории государства, которое приписан этот военный корабль. В этом случае, я думаю, что у Эрдогана не будет особых выходов и особых выборов, и особых проблем для того, чтобы нанести ответный удар и просто потопить на тот военный корабль, который нанес удар. Поэтому и на самом деле Эрдоган на сегодняшний момент, если не брать там ядерное оружие, то армия Эрдогана на сегодняшний момент, с учетом, что армия России очень существенно, так сказать, просела, мягко говоря, во время вот этой агрессивной оккупационной войны. Но армия, турецкая армия сейчас уж как минимум не уступает армии России, а турецкий флот на сегодняшний момент явно превосходит Черноморский флот России. Поэтому я думаю, что, ну, все-таки я понимаю, что Путин человек непредсказуемый и, так сказать, крайне, мягко говоря, экзальтированный, но вообще бить по судам, которые конвоируют турецкий военно-морской флот, ну, не уверен. Но если он произойдет, я думаю, что ответ будет со стороны Турции довольно серьезный. Ну, хорошо. А при этом мы должны еще, наверное, помнить о том, что Турция является членом НАТО, и любой военный конфликт между Россией и Турцией может привести к тому, что НАТО придется задействовать пятую статью. Ну, есть, я согласен. Как, да, это как раз вот один из сценариев той самой эскалации, о которой так часто говорят и которой так сильно боятся некоторые западные лидеры. И когда я услышал про заявление Министерства обороны позавчера, то, простите, это было вчера, то я просто первая мысль, которая у меня проскочила в голове, послушайте, вы хотели эскалации, вот она. Тут, безусловно, такая вот червоточинка, так сказать, и какая-то вот трещинка, через которую начинает просматриваться, так сказать, если внимательно в эту трещину смотреть, то там начинает просматриваться Третья мировая война. Если вы об этом, то я согласен. Но она все-таки довольно плохо там просматривается, хотя при совокупности разных идиотизмов все возможно. Значит, ну давайте все-таки смотреть. Значит, речь идет пока о столкновении на Черном море. Да, при желании можно расценивать удары по военным кораблям как нападение на страну. Но это при большом желании. В принципе, можно усмотреть, так сказать, и по-другому. То есть, все-таки, да, военный корабль является территории данного государства, но при желании можно все-таки сказать, что да, все-таки корабль, это не нападение на государство. Поэтому вероятность остановиться на грани мировой войны все-таки существует. Да, возможен обмен какими-то ударами предупредительными, но опять-таки все зависит от толкования. Еще раз говорю, там просматривается какой-то сценарий мировой войны, безусловно. Но это совершенно не обязательно, потому что, ну, так же, как, понимаете, вот с ордером Международного уголовного суда, вроде как он есть, но вроде как вот при желании можно его прочесть по-другому. И здесь тоже уж очень все-таки нежелательно устраивать Третью мировую войну, поэтому могут, имеют шанс остановиться на ее пороге. Вот. Хотя, да, безусловно, Путин сейчас явно играет на повышение. Вот этим заявлением о том, что он будет воспринимать как любые суда, которые идут в украинские порты, как, так сказать, перевозящие военные грузы. И вообще фактически объявив значительную часть Черного моря как зоной боевых действий, фактически своим внутренним озером. Это очень сильный шаг на повышение. Ну, я думаю, что Турция точно не испугается вот такого хода событий. Турция,
почти не сомневаюсь, что Турция ответит на это. Примет это. Надо еще помнить о том, что есть еще две страны, в которые являются членами НАТО, и которые тоже имеют выход к Черному морю. Это Румыния и Болгария. Соответственно, это тоже две страны НАТО, у которых тоже есть свои национальные интересы, и которые тоже могут выступить против того, что Россия пытается объявить Черное море, или, скажем, распоряжаться Черным морем, как будто бы это их полностью внутреннее море. Но, опять, что ведь Путин же загоняет себя опять в угол. Но вот все-таки договорятся о продолжении зерновой сделки без участия России. Военные суда Турции или каких-то других стран будут конвоировать эти мирные сухогрузы с зерном в направлении Черноморских проливов. И что? И как будет выглядеть Россия, если она не выполнит свои обязательства, в кавычках, если она не выполнит свои обещания, свои угрозы? Не по-пацански, ну, за это в питерской подворотне морду били, как минимум. Вы знаете, за это в питерской подворотне поступали несколько иначе. Не буду говорить, как в вашем приличном интеллигентном эфире. Значит, ну, мы догадываемся, там, да, я прав. Да, поправка принимается. Да, ну, бог с ним, в конце концов, мы не в питерской подворотне, а в эфире Евгения Киселева. Значит, но не впервой, понимаете, не впервой Путину, как выражается в той же самой питерской подворотне, обтекать. Понимаете, не впервой. Ну, скажите, пожалуйста, насколько по-пацански повел себя Путин в отношении Пригожина? Ну, не очень, правда ведь? Насколько по-пацански Путин повел себя в отношении того же Эрдогана, который просто-напросто плюнул ему в физиономию, отдав, так сказать, украинских героев, азовцев в Украину, несмотря на твердое обещание не отдавать до конца войны? Ну, вроде как спросить надо было бы по питерским подворотным понятиям. Не спросил, ничего. Перебился. Ну и в так... ситуации с войной последней в Нагорном Карабахе. Точнее, да, последним и в ситуации... этапом войны в Нагорном, да, Карабахе тоже утерся. Да, и все, потому что по всем, да не только, ну простите, даже не по понятиям, а уж просто по договору о ДКБ напрямую обязан был вступиться на стороне Армении. Не вступился. Я сейчас совершенно не касаюсь там справедливо, несправедливо, не касаюсь проблемы Нагорного Карабаха, упаси Господь, не собираюсь эту тему касаться, но формально обязан был, обязан. Не вступился. То есть, ну, повел себя просто как слабак. Ни первый, ни последний, ни второй, ни третий, ни десятый раз. Последнее время получает пинков со всех сторон. Переживет и сейчас. Хочу напомнить еще о существовании двух таких немаленьких и очень увесистых стран, которые в этой ситуации могут сказать свое слово. Одна из этих сторон – Китай, я уже говорил об этом. Они являются выгодоприобретателями зерновой сделки. Там значительная часть зерна идет в Китай. И, в общем-то, я думаю, что Китай... И Китай, конечно, заинтересован, чтобы Россия и Соединенные Штаты Америки ослабляли и истощали себя в этой войне. Вне всякого сомнения, он является выгодоприобретателем этой войны. Но на мировую войну Китай точно не подписывался. И поэтому, конечно, будет очередное предупреждение от большого друга, значит, Южного Китая о том, что, в общем, Путин, ты как-то аккуратнее, не заигрывайся. Есть еще одна страна, которая является откровенным союзником, или, скажем так, уже я не знаю, является или нет, значит, откровенным союзником Путина в этой войне против Украины. Это Иран. Гениальная дипломатия Ирана в последние дни буквально просто-напросто, ради бога, виноват, оговорился, гениальная дипломатия Лаврова последние дни просто-напросто как нарочно взяла и поссорила Россию с Ираном, потому что взяла сторону, значит, Саудовской Аравии
в конфликте, в территориальном конфликте Ирана с Саудовской Аравией. То есть на ровном месте совершенно, не обязательно было это делать. Ну, просто тот уровень деградации российской дипломатии, когда российские дипломаты просто превратились, ну что вот, Мария Захарова, она дипломат, то есть они заменили дипломатию просто руганью, они привыкли просто ругаться, они привыкли выполнять функции там генерала Коношенкова, значит, какие там Соловьева, то есть превратились в филиал телеканалов ненависти и, значит, пресс-службы Министерства обороны. Но просто я не помню ни одного какого-то конфликта, который бы путинская Россия уладила бы дипломатическими методами. Либо воевать, либо просто орать, изрыгать какие-то, так сказать, слова ненависти. Ну и, наконец, еще одна история. Я не знаю, насколько удастся донести истинную причину срыва зерновой сделки до африканских стран, которые до сих пор были неплохим, так сказать, международным ресурсом путинской России. Там знаменитый вояж Лаврова по Африке и визит африканской семерки в Киев, когда они пытались уговорить Зеленского на то, чтобы он сдался, Украина сдалась в обмен на мир. Но вот понятно, что там не обошлось без знаменитых ресурсов финансовых Россотрудничества. Но в то же время, я думаю, что это может серьезно изменить ситуацию, потому что я надеюсь, что все-таки политическим руководителям африканских стран объяснят, кто является причиной, не только африканских, но и ближневосточных стран, объяснят, кто является причиной голода. 400 миллионов человек голодают на планете, и зерновая сделка должна была... Вот предстоит встреча на высшем уровне, как я понимаю, там, Россия, Африка, буквально там через несколько дней в Москве. Мне просто любопытно, а что будут российские руководители говорить африканцам в этой ситуации? Почему к ним не поступят десятки миллионов тонн зерна, которые были обещаны? Ну, в том-то и дело. Ну, здесь вопрос, кстати говоря, во многом. Здесь же, слушайте, важно же не то, что происходит, а как об этом говорят. Поэтому, ну, я должен сказать, что если сопоставлять ресурсы пропаганды и на пропаганды, и на вещание России с одной стороны и Украины с другой стороны, то, конечно, Россия по-прежнему выигрывает в сухую со счетом 1000-0. Потому что Россия развивала свое иновещание и зарубежную пропаганду на протяжении длительного периода, а Украина этим практически не занималась. У Украины фактически нет, так сказать, вещания. И, ну, сейчас, насколько я знаю, появилось два канала на английском языке, но это все. То есть это на самом деле, ну, это отдельный разговор, я не знаю, насколько он вам интересен, но в любом случае Украина... Знаете, мне он чрезвычайно интересен, Игорь Александрович, потому что мне даже пришлось некоторое время работать на проекте Freedom, ну, фактически это иновещание на русском языке. На русском. Да, для России, направленная на российскую аудиторию, направленная на многомиллионную аудиторию, которая сейчас существует в третьих странах, от 20 до 25 миллионов, по оценкам людей, проживающих в третьих странах, не в Украине, не в России, говорят на русском языке как на основном, это не считая еще и тех, кто просто владеет русским языком, и их... Число очень трудно оценить, но, вы знаете, я никогда стараюсь, я очень стараюсь не давать профессиональных оценок моим коллегам, поэтому воздержусь от того, чтобы говорить сейчас публично о состоянии и качестве работы украинского иновещания. Нет, ну я в данном случае тоже, я с вами солидарен, я гражданин страны-агрессора, поэтому я точно не лезу во внутриукраинские дела, я просто, ну, есть очевидный факт. 2×2 все равно 4. И очевидно, что Украина меняет свое место в мире. Это, по-моему, с этим, для этого не надо лезть во внутренние дела Украины, чтобы это признать. Украина становится одним из мировых лидеров в ходе этой войны и в результате этой войны. Это очевидно. И, конечно же, ну, очевидно несоответствие
То есть любая мировая держава, взять то Соединенные Штаты Америки, Францию, Великобританию, Германию, любая мировая держава, она имеет свои средства так называемой мягкой силы и навещания. Украины этого практически нет. Поэтому я думаю, что это очевидный факт, который, ну, это просто будет как, что бы ни было, кто бы ни был у власти в Украине, этим, конечно же, будут заниматься. Но сейчас я это к чему говорю? К тому, что мы пока не очень понимаем, так сказать, как и кто будет работать с политическими элитами африканских стран, потому что это гигантский ресурс. Ведь то, что у них 400 миллионов голодающих, и какое-то количество людей, страшно об этом говорить, но какое-то количество людей из-за сегодняшних действий России просто умрут с голоду. И на чьей совести будут эти жертвы? Ну, я-то убежден, что это на совести Путина. Но как это донесут, как эту ситуацию донесут до африканских стран, как это может способствовать тому, чтобы там все-таки начали прозревать, потому что многие из них по-прежнему ориентированы на Россию, либо занимают нейтральную позицию. Вот мне кажется, что здесь очень важно, что все-таки какая-то сила должна начать рассказывать, а кто же виноват в этом кошмаре, который сегодня будет происходить. Мне представляется, я про это только. Просто Украина здесь не может, ну, просто у нее нет средств, с помощью которых можно было бы объяснить. Потому что, ну, кроме всего прочего, во внешней политике Украины африканского направления, ну, скажем так, очень немного. Очень немного. Это очевидно просто. Здесь не надо, так сказать, как-то влезать в чужие дела, но это просто объективный факт. Поэтому, ну, наверное, все-таки это задача уже западных союзников Украины, чтобы они провели какую-то серьезную разъяснительную работу. Короче говоря, это тоже важная история, чтобы мир отреагировал, чтобы не было такого количества, так сказать, равнодушных, как это сейчас при любом голосовании в Генассамблее, очень большое количество людей, которые воздерживаются, которые не принимают ни ту, ни другую сторону, которые как бы над схваткой. А вот смотрите, еще одна тема, каким-то образом связанная с Африкой. Вы упомянули про то, что есть ордер Международного уголовного суда, и с тех пор, как он выдан, Путин практически никуда не ездит, но за исключением его визита или визитов в страны Центральной Азии, включая Казахстан. Это, что называется, не в счет. А последний его визит, вот такую вот за границу, это была прошлогодняя поездка в Иран. Больше он никуда не ездит. И после долгих и мучительных переговоров с руководством ЮАР, где должен состояться саммит БРИКС в августе, все-таки принято решение, что поедет туда Лавров. Как вы это можете прокомментировать? Ну, поскольку мне приходилось это комментировать, в том числе и в украинских каналах, и у себя в стриме, я постоянно говорил о том, что, ну, для меня очевидно было, что, конечно, никуда Путин не поедет, потому что, да, там существует разная вероятность, существовала угроза, так сказать, войны между Южноафриканской республикой и Россией, хотя, в общем, эта война такая, ну, да, ну, ракета может долететь, это понятно. Значит, но для меня было очевидно, что Путин, конечно, рисковать не будет. Путин не будет тестировать Южноафриканскую республику на, так сказать, вот выбрать, что дороже, национальную безопасность или верность международному праву. Вот такой вот выбор, хотя он стоял, и вот руководство Южноафриканской республики открыто мучилось этим выбором, демонстрируя, так сказать, это в том числе и в письменных показаниях в суде. Это все было на глазах у всего мира, но тем не менее было понятно, что Путин точно не будет испытывать судьбу и лететь в Южноафриканскую республику с некоторыми шансами вместо нее оказаться в Гааге. У меня, кстати говоря, ну, с ЮАР-то все понятно, что он туда не полетел и не полетит, это ясно. Потому что ЮАР, значит, подписала Римский статут. В отличие от того же самого Эрдогана, который сейчас приглашает Путина в гости. Но у меня, откровенно говоря, есть очень сильные сомнения в том, что Путин поедет и в Анкару.
потому что, ну да, в Йоханнесбурге его бы очень вероятно ждал Интерпол. А вот в Анкаре что? Вот, кстати говоря, я не знаю, я хотел бы тоже узнать ваше мнение, но мне кажется, что он в Анкару тоже не поедет, потому что, конечно, Турция не присоединилась к Римскому статуту, но Эрдоган мужчина серьезный и очень склонный, так сказать, к тому, чтобы увеличивать политическую капитализацию и свою, и Турции в целом. И поэтому я думаю, что он вряд ли бы, так сказать, отказался от получения Нобелевской премии мира, передав, значит, Путина в руки Международного уголовного суда и тем самым завершив эту чудовищную войну. Вот я думаю, что Путин и туда не поедет, потому что он просчитывает эту простую двухходовку. Мне так кажется. Вы знаете, Игорь Александрович, мне кажется, что все-таки Эрдоган так далеко бы не замахнулся. Все-таки у него есть масса корыстных интересов, связанных с дальнейшим развитием отношений с путинской Россией. Только мне очевидно, что Эрдогану нравится развивать эти отношения с позиции силы. И он, как мне кажется, как говорится, просто тащится, получает искреннее удовольствие от того, что он получил возможность говорить с Путиным как старший, как вот человек, который может ему диктовать свои условия, поступать по своему усмотрению, несмотря на какие-то, извините за невольный каламбур, прошлые договоренности. Вы помните, как он на этой встрече в Самарканде сидел? Да-да-да. Он там сидел как султан. Да-да-да. Как султан. Нет, это Путин сидел на низком диванчике, расставив коленки широко, как шпана, чуть ли не на корточке присевшая. А Эрдоган и по правую руку от него Алиев. Ильхам Алиев, они возвышались над этими центральноазиатскими лидерами, показывая, кто теперь в регионе хозяин. И понятно, что мы же видим, как на глазах слабеет влияние России в странах Центральной Азии, и как эти страны все больше и больше в своей внешней политике переориентируются на Турцию и на Китай. Но все-таки, мне кажется, вот так далеко бы, как там взять, задержать или там помочь каким-то там международным организациям задержать Путина во время визита в Анкару. Нет, думаю, до этого бы не дошло. Но у меня другой вопрос возникает. Вот как вы думаете, а не мог президент Южноафриканской Республики взять да наплевать на обязательства свои по Римскому статуту и проигнорировать свою обязанность выполнить ордер Международного уголовного суда, сославшись там на какие-то форс-мажорные обстоятельства, на конфликт интересов, мол, Международный уголовный суд, да, мы подписали, мы уважаем, но никак не можем там пойти против интересов национальной безопасности и так далее и тому подобное. Чем бы это могло обернуться-то для... Ну что, мир бы начал войну с Южной Африкой? Да нет, Евгений Алексеевич, ну, слушайте, поскольку на ваш вопрос нет верифицируемого ответа, то есть это все уже как бы, эту загадку мы уже проскочили, уже не поехал. Поэтому проверить тот или иной вариант ответа невозможно. Значит, во-первых, были прецеденты, когда статут, значит, Международного уголовного суда не выполнялся, когда выдавали по целому ряду, это не один случай был такой, когда африканские диктаторы были осуждены Международным уголовным судом, выдавался ордер на их задержание, и этот ордер, в том числе и страны, которые, ну, например, Франция, в которой данный диктатор появлялся, там их не задерживают. Такие случаи были. Поэтому небо не упало бы на землю, это вы совершенно правильно заметили. Значит, ну, возвращаясь к Эрдогану, я, кстати говоря, не уверен. Да, Эрдоган заинтересован
во взаимоотношениях с Россией, но совершенно же не факт, что если он бы задержал или дал возможность задержать Путина, то эти отношения прервались бы. То есть вполне возможно, что следующая власть, как известно, любая власть в России, следующая, она, так сказать, начинает просто стоять на костях и топтаться на костях предшественника, обязательно. И любой следующий властитель России, кто бы ни пришел, как бы ни пришел, что бы ни произошло там с Россией в этом случае, в любом случае все беды вот следующего правления обязательно сваливал бы на... То есть Путину суждено была, так сказать, слава, вот оказался наш, так сказать, вот отец не отцом, а известно кем, да? Вот это было бы обязательно, эта песенка была бы обязательно про Путина. Так что здесь вот трудно. Но это все сослагательное наклонение. Я полагаю, что в конечном итоге, я думаю, что Путин не поедет еще и в Турцию, и этим, ну, что называется, окончательно завершит процедуру собственной изоляции, собственной замкнутости в союзном, извиняюсь за выражение, государстве Россия и Беларусь. Вот, наверное, этими странами будет ограничены международные выезды Путина. Таким образом, идем путем Большой Северной Кореи, превращения в Большую Северную Корею, идем вот в день опричника. Ну, скажем так, книжка хорошая, значит, антиутопия красивая, но буквально, да, мы в какой-то степени живем в этой, вот мы с вами живем в этой антиутопии, учитывая, что, в общем-то, мы, хотя оба не находимся внутри России, но тем не менее, ну, мы как журналисты, как исследователи находимся внутри этого предмета. Но я думаю, что все-таки у России нет шансов окончательно превратиться в Северную Корею по огромному количеству причин. Во-первых, совершенно другой уровень гетерогенности. Россия неизмеримо превосходит Северную Корею по гетерогенности, по разнородности состава. И поэтому, напарываясь на серьезные проблемы, Россия просто начнет, там возникнут серьезные центробежные тенденции. И это непреодолимо будет. У Северной Кореи нет такого внутренней дифференциации, как географической, так и социальной. Помимо этого, есть еще целый ряд серьезных проблем. Это размеры. Гигантские размеры, которые тоже способствуют центробежным тенденциям. Ну и, наконец, серьезная война на истощение, которую Россия ведет, и она не способствует вот тому, чтобы... Да, она, безусловно, приводит к тому, что внутренняя политика ужесточается, это бесспорно, но она является и вызовом. Ну, просто обратите внимание на то количество таких микробунтов, которые сейчас происходят в силовых структурах. Вы можете назвать примеры таких же бунтов в Северной Корее? Да, из Северной Кореи, как из черной дыры, очень мало исходит информации, это верно, но все равно мы бы знали о том, что происходит в армии, если бы там были какие-то бунты. Их нет, потому что это гораздо более, скажем так, органично построенное государство. И есть еще одна проблема. В России нет государства. Его просто нет. Его не было во времена Советского Союза. И мы с вами, как люди, прожившие значительную часть жизни, прекрасно знали, что Советского Союза не было. Не было никакой власти Советов. Вместо Советов, из-за спины Советов, руками Советов руководила коммунистическая партия, то есть орден меченосцев. Никто никогда не избирал Брежнева. Никто никогда не избирал всенародным голосованием Горбачева. Никто никогда не избирал Андропова. Это были, так сказать, люди, которых избирала совершенно другая структура, не государственная. Точно таким же образом на сегодняшний момент в России власть была передана не государству, а мафии. И на сегодняшний момент мы видели, как два клана этой мафии столкнулись в Кремле. Одна мафия под названием «Российская Федерация», кавычки закрываются, другая мафия под названием «ЧВК Вагнер». И они, в общем-то, на равных разговаривали, разговаривали про деньги, разговаривали про то, кто кому должен и кто дальше будет контролировать какую территорию. Ну, порешили. Порешали и порешили. И разошлись. Это не государство. И в этом смысле Россия не имеет тенденции скатываться в сторону Северной Кореи. Россия
имеет тенденцию скатываться к большой русской смуте. Чем она и занималась неоднократно, а чем кончается русская смута, мы с вами знаем. Кстати, вы сегодня несколько раз упоминали в разном контексте Пригожина и ЧВК «Вагнер». В последние дни несколько раз из уст Пригожина и из уст Вагнера, не ЧВК «Вагнера», а вот конкретно Вагнера, это позывной Уткин. Да, звучали слова о том, что впереди некое большое событие, в котором мы с вами, братья, примем участие. Это он обращался к своим боевикам. Они при этом говорят, находясь на территории Белоруссии. И у меня возникает вопрос, а на что они намекают? А давайте попробуем. Какой новой операции они собираются действовать? Евгений Алексеевич, мне кажется, что самое удобное здесь метод исключения. Рассматриваете ли вы всерьез вариант, что ЧВК «Вагнер» примет участие вновь в войне против Украины? Я считаю, что вероятность этого близка к нулю. Во-первых, потому что сам Пригожин заявил, что эта война позорная, и мы в ней участия принимать не будем. Это из того же его выступления. Это первое. Второе, ну, ЧВК «Вагнер» могла, пригожинская банда могла участвовать в этой войне в составе 50-тысячной тяжело вооруженной армии, подкрепленной 400-тысячной армией оккупационной России. Но сейчас, что называется, с 10 тысячами, да даже с 15 тысячами плохо вооруженных людей, конечно, соваться на полное уничтожение украинской армии он не будет. Воевать, вторгаться в Польшу, воевать с, значит, с НАТО, ну, пытались воевать с НАТО в Сирии, на молекулы тут же разобрали. Значит, остается методом исключения одно, снова на Москву, выждать момент, когда Россия окончательно проиграет, начнет проигрывать, начнет разваливаться и снова пойти на Москву. Я думаю, что другого варианта, и на самом деле про это как раз и говорит, значит, этот самый Пригожин, говоря о том, что мы собираемся создать в Беларуси вторую армию в мире. Куда эту вторую армию? Наверное, на ту, которая когда-то была второй армией. И оказалась совсем не второй, а там какой-то энный плюс много. Да, вероятно, что вы правы. Еще одна тема, которой я хотел бы коснуться в завершении нашего разговора, он близится к концу. Я долго думал, пройти мимо нее или нет. Тема деликатная, все-таки решил, что пройти мимо не могу. Мы с вами давно знакомы, мы с вами стоим на одинаковых или, скажем, очень близких позициях по множеству разных вопросов, кроме одного. У нас с вами разное отношение к известной публицистке, писательнице, художнице, литературоведу, культурологу Катерине Марголис. Вот я сегодня с ней беседовал, тоже записывал утром интервью, она вам привет, кстати, передавала. Вот, и сказала, что написала вам, если вы не читали, открытое письмо, хотела поинтересоваться, прочитали ли вы его и будете ли вы ей отвечать? Значит, ну, на самом деле, я думаю, что можно найти как-то другие точки, по которым у нас различные взгляды, но это точно одна из них. Я знаю о том, что она написала письмо. Я его пока не читал, просто не было времени. Я прочитаю обязательно и после того, как прочитаю, решу, буду ли я отвечать ей или нет. В дискуссию вступать не хотите? С вами? Я не вижу. Нет, предмет. Нет, с ней, Господь с вами. Я готов. Я единственное, что мог бы предложить выступить посредником. Вы знаете, для меня вот Екатерина Марголис, ну, у нее псевдоним Катя Марголис, как мы все знаем, для меня это человек абсолютно ясный, абсолютно понятный. В принципе, я думаю, что я ей отвечу. Пожалуй, тем более, что вот, видите, вы говорите, что надо поговорить, я, конечно же, ей отвечу. Вступать, ну, трудно сказать, вступать в открытую дискуссию, может быть, почему бы и нет. Давайте подумаем, стоит ли.
То есть я хочу прочитать. В любом случае, мне приходилось на моем канале устраивать такие дискуссии. О, вы не представляете, в роли модератора. Сколько я устраивал дискуссии на своем канале. Я согласен, да. Но я не уверен, что, понимаете, здесь же вопрос, что является предметом дискуссии. Потому что там же все предельно просто. Она написала абсолютно лживый и гнусный текст по поводу статьи Гозмана, еще одного вашего знакомого. И я чем просто... я не согласен? Я считаю, что критика Катерины Марголис в адрес Гозмана была вполне уместной. И не нет, лживой. Нет, она была абсолютно лживой и абсолютно неуместной. Я предлагаю, давайте не будем вступать в дискуссию, просто, лживая она была или не просто. Лживой. Нет, ну я же в отличие от нее, я это доказываю по пунктам. Вот утверждение. А она говорит, что вы при этом приписываете ей тексты, ну, которые правильно. Она вообще не знала. Вы знаете, это классическая кремлевская пропаганда. Вы все врете. Я просто брал из ее текстов и копипастил, то есть выделял жирненьким и ставил, так сказать, в свой текст. И дальше возражал по пунктам. Поэтому здесь все просто. Это классический прием кремлевской пропаганды, когда говорят, вы все врете. На белое говорят черное. Значит, понимаете, ну вы сейчас подменяете тезис. Я не утверждал, что она работает на кремлевскую пропаганду. Нет, я сказал, что так можно договориться до этого, простите. Это вы договоритесь с кем-нибудь другим. Со мной об этом договариваться не надо, потому что я этого не утверждаю. Значит, я просто считаю, что она приносит объективно очень большой вред. И то, что она говорила про Гозмана, Гозмана, конечно же, как и вас, как и меня, есть за что критиковать, но ее критика по поводу вот этой статьи, это просто абсолютная, стопроцентная ложь. Евгений Алексеевич, давайте договоримся так. Я прочитаю это письмо. Мне его частично пересказывали, там говорили о том, что, значит, я все приписал. Хотя еще раз говорю, ну вот на черное говорить белое, ну можно до бесконечности. Почему я не уверен в целесообразности дискуссии? Я просто приведу, значит, в таких случаях есть такой инструмент копипаст. То есть берешь текст из автора и фиксируешь, что вот сказано, вот что сказано мной. Здесь же очень просто. Рукописи, конечно, горят, а в интернете ничего не пропадает. Поэтому вот так. Ну, посмотрим, что вы напишете в ответ. Посмотрим. Пожалуйста, не обижайтесь. Но я не мог не поднять эту тему. Понятно, я вас услышал. С моей стороны, это было бы непорядочно по отношению к Катерине, с которой меня тоже связывают недолгие, не такие, как с вами, но хорошие отношения. На многие вещи мы с ней смотрим одинаково. Как и многие украинцы, которые, кстати, да, поддерживают Катерину очень часто, когда она выступает с критикой в адрес некоторых деятелей российской оппозиции, российской политической эмиграции, которые не всегда последовательны в своей поддержке Украины. А это отдельная сказать, большая очень, тема, мы на нее можем поговорить. Очень многие украинцы относятся к Марголис точно так же, как и я, и даже гораздо жестче. Очень многие украинцы. Я таких знаю гораздо больше, чем тех, кто ее поддерживает. Ну что, на этом я заканчиваю этот разговор с Игорем Яковенко на тему разногласий, споров и взаимных обвинений, которые имели место в заочной полемике между ним и Екатериной Марголис. Мы, может быть, дальше еще поговорим. Или это выльется в другую форму полемики. Где-нибудь еще в Фейсбуке, в соцсетях и так далее. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Не забывайте только подписываться на канал, который носит мое имя, Евгений Киселев, ставить лайки, задавать вопросы, оставлять комментарии. Всего вам доброго.